Мадагаскар, конечно, офигенно. Из Мадагаскара идем. Офигенно. Вот это офигенно. Вы нас узнали? Вы узнали нас? Кто? Опупенно! Ну что, узнали, пацаны? Вообще всех не знаю. Мадагаскар узнали? Молодцы. Ну что, кидайте пикюню. Чего я вас люблю? Привет от Зебры Марки. Опупенно. Загадывайте желание. А что у нас пастой зубной на Марсе будет? Пещерки, и вот сегодня вы можете их наконец-то потратить. Итак, на что же сегодня можно тратить свои пещерочки? Замечательные работники столовой, помашите им ручкой! Приготовили для нас сегодня очень много вкусностей. Блинчик стоит 7 пещерок, чай или мор за 5 пещерок, конфетка за 5 пещерок, сахарная вата за 7 пещерок. Или еще молочный коктейль «Топтышка» тоже за 7 пещерок. Еще пещерки можно потратить на
сувениры. Например, вожатая Сонечка. Где она? Помаши ручкой. Будет для вас делать замечательных собачек из воздушных шариков. Вы можете приобрести значки. Денис будет играть с вами в боулинг и награждать вас пещерками на корте. А вожатый Кирилл будет играть в дартс на скамеечках, тоже наградит вас пещерочками. Катя устроит для вас лотерею. А Антон Алексеевич подготовил для вас целый поиск клада, тоже все к нему, кто хочет заработать пещерок. Илана подготовила замечательную игру с баскетбольным кольцом. Дианочка приготовила очень творческую игру, за которой тоже наградит вас пещерками. Ну и Ленечка подготовил для вас игру с конусами. Поиграв, вы тоже можете заработать деньги. Ну что, готовы начинать? Да! Тогда поехали! Там обозначена область, которая спрятана бумажкой. Давай.
Бумажка спрятана очень тяжело, очень сложно. У вас у... Ребятки, городок. Нет. Улыбочку. Ну ты как ты это делаешь? Надя, сейчас будет. Давайте, старт! Помашем! До свидания, до свидания!
была. Уточка! Побежали за ними. Привет! Ребята, а можно за 3 купона прокатиться на лошади? Кто хочет на зебре? Как зовут? До свидания! Это наш кейс. Это наш кейс.
Марти! Кого? Конечно, нужно.
Ребята, скорее все на флешмоб! Ты меня простишь наверняка. На часах 00. Я старше, когда ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. Просто будь собой. Товарищи воспитатели! Привет, привет! Привет, привет! Привет, Алекс! Алекса тут еще не было! До этого! Там будет быстрая локация.